город мне понравился. Чисто, уютно и очень красиво, как старинный город. Вы знаете, мне этот город очень нравится. За что? Много зелени, цветов, прекрасная пристань. Ну, я бы даже сказал, что пусть будет не в обед сказано к выборцам, ваша лучшая пристань и лучший город, пожалуй, это с ним. Пусть он меньше, но уютнее и домашний. Город мне уж очень понравился. Здесь прекрасно сочетается новое строительство, такое масштабное, современное. И в то же время мы видим и некоторые места, связанные с историей города. Это для каждого русского человека тоже весьма дорого. Одним словом, нам этот город очень понравился. 2,5 года прошло с тех пор, как сессия Саратовского городского совета народных депутатов приняла решение по развитию городского хозяйства в 1978-82 годах. 656 миллионов рублей было предусмотрено направить на строительство жилых домов, школ, больниц и другие нужды города. 2,5 года – небольшой, в общем-то, срок. Вырос за это время новый микрорайон со старым названием Улиши. Саратовцы помнят, какой неблагоустроенной была эта часть города вдоль берега Волги. А для этих ребят все это уже история. Они въехали в новые благоустроенные дома и пришли в эту новую школу, красивую, светлую, рядом с домом. Город, где ты родился. У каждого в нем есть свои любимые уголки. И каждому по душе такие новостройки. Детский дошкольный комбинат «Радость» в поселке Юшанка Ленинского района. Мирно спят дети. Им хорошо. И это главное. А сколько было баталий, сколько беспокойных месяцев и дней для тех, кто строил комбинат. Итак, как осваиваются направленные на развитие городского хозяйства средства? Ведь половина намеченного срока уже прошла. На заседании исполкома городского совета народных депутатов отчитывается Ленинский район. Заместитель председателя райисполкома, товарищ Никитин. Должно было вести садик в детский комбинат в 80-м году на 280 мест. Мы считаем, что у нас в будущем году будет обеспечен ввод этого детского комбината на 280 мест, но в текущем году дополнительно вводится ясли на 160 мест. Это позволит немножко нам перекрыть здесь по этому предприятию. Ленинский район – один из ведущих в городе. За последние 2,5 года в этом районе построено 230 тысяч квадратных метров жилья, 3 детских дошкольных учреждения, введены 2 энергоблока на ТЭЦ-5, открыты новые столовые, кафе, магазины. Однако на заседании исполкома речь шла больше о том, что не достроено, не сделано, не введено. Не выдержаны сроки сдачи крытого рынка. Не ведутся работы по благоустройству 6-го квартала, проспекта строителей, студгородка. Наконец, когда будет закрыта теплотрасса на улице Лебедева-Кумача. Если предприятия района не выполняют свои обязательства по долевому участию в благоустройстве, значит райисполком недостаточно применяет предоставленное ему Конституцией СССР право координации и контроля их деятельности в решении социальных вопросов. Ведь справляются с этой задачей во Фрунзенском районе.
Здесь, под руководством депутатской группы, возглавляемой Геннадием Степановичем Федоровым, успешно силами общественности возводится спортивный комплекс в микрорайоне Октябрьское ущелье. Работы на комплексе курирует депутат райсовета Юрий Омельченко. Под постоянным контролем городского совета находится пусковой объект нынешнего года, очистные сооружения в Залетаевском овраге. Здесь четко действует штаб стройки. Значит, сегодня звонил сторожу замначальника. Главкой просил все-таки, и то есть Серову сообщил, так добиться у заказчика разрешения засыпать, и они чтобы взяли на себя гарантию, что песколовки течь не будет. Так разговор вот дальше. Сейчас мы приняли другое решение по этому вопросу. Рассмотрели схему испытания. Значит, тут у нас вопрос сейчас возник с заказчиком. Вот, кстати, говорить, принимаются все меры, чтобы к концу года ввести в строй первую очередь 400 тысяч кубометров механической и биологической очистки в сутки. Сейчас установить для себя срок испытать. Освоено около 20 миллионов рублей, при плане 2,5 лет 17 миллионов. Депутатский пост в строящемся микрорайоне 3А возглавляет депутат горсовета Горбачев. Лауреат государственной премии Виктор Дмитриевич Горбачев со своей бригады дает пример быстрой, качественной и экономичной работы в строительстве жилья. Разбор сегодня на нашем заседании показывает, что в Ленинском районе на этом пути больше недостатков, чем успехов. Вы знаете, что район по своей мощи неоценим и по своей инициативе тоже. В этом районе всегда рождались инициативы такие социального значения, как ликвидация бараков. Они первые выступили с этой инициативой и на деле показали, что в прошлом году они в основном решили эту проблему, а в этом году полностью заканчивают. И вот это недовыполнение сегодня у зампредседателя, у Никитина, не прозвучало, что они прочувствовали, что прошло уже больше, чем 2,5 года, то есть больше половины работы над постановлением. Это нас настораживает. И вот выступление... На предстоящей сессии городского совета народных депутатов председатель исполкома горсовета Юрий Алексеевич Мысников доложит. За 2,5 года в развитие городского хозяйства вложено 230 миллионов рублей. На что пошли эти средства? Построено 156 жилых домов, это около 1 миллиона квадратных метров благоустроенного жилья улучшенной планировки. 2000 семей переехали из бараков и подвальных помещений в новые квартиры. 58 магазинов, 20 предприятий службы быта. Построены овощехранилища, которые позволяют круглый год обеспечивать горожан овощами, фруктами, столовой зеленью. А далее пойдет обстоятельный разговор о том, что не сделано, недостроено, потому что за все это в ответе городской совет.